Летняя программа Дальневосточного фестиваля «Мариинский» завершила свою работу. Более 6500 зрителей побывали на представлениях и увидели лучшие спектакли классического балета. Открывали фестиваль последние премьеры этого сезона – балетом «Раймунда» Александра Глазунова. Затем публике представили «Дон Кихота» Минкуса. В финале летней программы показали фантастический балет Адольфа Адана «Жизель». Главной особенностью этого фестиваля стало участие в нем сразу двух трупп Мариинского театра – из Владивостока и Санкт-Петербурга. В спектаклях нашего театра танцевали звезды мирового уровня, первые солисты Мариинки. Завершив фестиваль, приморские артисты собираются в Санкт-Петербург. Гастроли наших в северной столице стали уже традиционными. Ну а зритель приморский ждет второй осенней оперной части фестиваля «Дальневосточный Мариинский».